Вот. И хотела бы, на самом деле, поблагодарить нашего ректора и вообще всех организаторов, наших учителей, которые и также воспитывают нас это, то есть отдельный менталитет как будто есть. В нашем университете отдельное воспитание, у нас даже есть монасовское воспитание, такое понятие. Вот. Хочу выразить большое спасибо, хочу вам сказать. Я сама держу пост, и то, что университет заботится и об этом, то есть уделяет внимание этому, это очень большой знак. Пусть будет принят ваш пост в этот священный месяц, и то, что наш университет делает такие добрые дела в этот священный месяц, столько людей.